Госатомтехнадзор оштрафовал химкинскую компанию, расположенную вблизи аэропорта Шереметьево, за плохую уборку своей территории. С нарушителей было взыскано 60 тысяч рублей за навалы строительного мусора. Также организации выдали предписание привести участок в порядок. В настоящее время в области проходят активные работы по наведению чистоты в соответствии с законодательством в этой сфере.